Кажется, что эпоха преподобного Сергия Радонежского слишком далека от нас. Целых 7 веков прошло. Но все же и сегодня можно прикоснуться к истории его жизни. К примеру, так, как это сделали прихожане одного московского храма. Собрались и отправились в паломничество по местам, которые до сих пор хранят память о любимом русском святом. В роли гида по маршруту поездки и по жизненному пути подвижника Сергия профессор Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского. Если надо, он обличит, если надо, он совет даст с властью и даже строгостью, но если надо, поймет, простит, снизойдет к слабости. Всего за один день можно побывать и там, где преподобный Сергий родился, и где он жил в юности, и там, куда он ходил примирять князей, и где основал монастырь Святой Троицы, тот самый, который позже вырастет до Лавры, а потом и до города имени преподобного Сергия. Ростов Великий. Здесь в 1314 году у знатного боярина Кирилла Иванчина родился второй сын. Его назвали Варфоломеем в честь одного из 12 апостолов Христа. Сергием он станет намного позже, на третьем десятке, когда будет пострижен в монахи с этим именем. И очень важно, что он родился в Ростове Великом. Действительно, это великий город, который в XIV веке был единственной сокровищницей русской культуры. То есть в условиях татаро-монгольского ига лучше всего сохранялась культурная традиция именно в Ростове Великом. Там была духовная школа, Григорьевский затвор, там была библиотека, там было много монастырей, святынь. И вот эта вот атмосфера такой, знаете, древней религиозной культуры, она, безусловно, воздействовала на преподобного Сергия в детстве, в отрочестве. Под Ростовом, там, где родился и вырос будущий подвижник, сегодня стоит Варницкий монастырь. Что связано здесь с жизнью преподобного Сергия? Ну, вот эта вот жизнь, это детство счастливое, несомненно, это отрочество и это чудо научения грамоты. Самое первое житие Сергия Радонежского, составленное его учеником Епифанием, сообщает, что будущий монах начал поститься еще в младенчестве. По средам и пятницам отказывался от материнского молока. В 7 лет Варфоломей начал обучаться грамоте, но долго не мог ее освоить. Он сильно отставал даже от своего младшего брата. Братья учились, Стефан и Петр смеялись, мальчишки дразнили, он переживал вот первые детские горести такие, тяжело переживал то, что не может он научиться. Тогда, в XIV веке, вокруг Ростова были бескрайние поля, где маленького мальчика однажды ждала чудесная встреча. Она станет канонической не только в житиях святого, но и в истории живописи, благодаря картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Самые простые нравы, вот он пошел коней искать. И забава для мальчишки. И встречает старца в схимническом одеянии, так вот традиционно, да, считается, который из дуба большого стоит и молится. Он ждет, пока старец закончит молитву, просит благословения и молитв о себе. Говорит, что не может овладеть грамотой. Тот вынимает ковчежек, дает ему частичку просфоры, да, вот так перстами. Он принимает и тут же зовет его домой. И считается, что это был ангел под видом старца, и вот таким образом совершилось чудо дарования грамоты. Варфоломей рос в очень неспокойное время. Монголо-татарская ига, княжеские междоусобицы и непомерные поборы разорили его семью. Некогда зажиточные бояре, его родители оказались в нищете и были вынуждены переехать из Ростова в соседнее княжество, Московское. Семья поселилась в Радонеже, небольшом селе, через которое проходила дорога из Москвы в Переславль-Залесский. Еще в ранней юности Варфоломей решил стать монахом.
Но родители, которые остались на его попечении после женитьбы двух других сыновей, не давали ему благословения. Незадолго до своей кончины, по обычаям того времени, они сами приняли постриг в ближайшем к Радонежу монастыре – Ходьковском. Перед нами великолепный ансамбль Покровского Ходьков монастыря. Поразительно, что преподобные Кирилл и Мария уходят в один монастырь. И мужчина, и женщина. Как же так? Да, мы привыкли к тому, что, конечно, обители раздельные. А дело в том, что такие вот смешанные монастыри в Древней Руси существовали. Связано это было ни с чем иным, как с особым положением женщины, которая как в миру, так и в монастыре нуждалась в защите. Похоронив родителей, в 23 года Варфоломей уходит из мира, чтобы стать отшельником. Его старший брат в это время уже овдовел и жил в том же Покровском монастыре в Ходьково. Варфоломей уговаривает его идти вместе с ним, чтобы найти место пустынное и там поселиться. Это самая высокая ступень монашеской жизни, когда монах уже настолько внутренне готов, что демоны уже ему не страшны, и он может жить один. То есть преподобный Сергий начал с того, чем все заканчивали. Это обычно вершина монашеского подвига – уединение. Мы с вами въехали в город Сергиев Посад, который своим существованием обязан обители преподобного Сергия, конечно, самому преподобному, как ее основателю. А вот сейчас, в преддверии юбилея, город благоустраивается. Исходив десятки верст по лесным дебрям, братья выбирают большой холм Маковец, рядом с которым течет ручей и нет никакого жилья. Здесь они ставят избушку-келью и небольшую часовню. Храмы были, конечно, такого типа, но, может быть, не столь украшенные, но вполне можно было даже за один день такой храм собрать, тем более, что недостатка в лесе не было. С этих нехитрых построек начинается будущая лавра. Известно даже точное место, где они располагались. Там, где сегодня стоит храм Сошествия Святого Духа. Духовская церковь, да, построенная в 1479 году, стоит на том месте, где была первоначальная деревянная церковь Троицы. А каменный храм, да, где мы, под сводами которого мы находимся, стали строить вот как раз в 1422 году он был построен, и тогда были обретены мощи преподобного Сергия. Пройдет всего год с небольшим, и старший брат Стефан покинет Маковец, вероятно, не выдержав трудностей отшельнической жизни в глухом лесу. Житье было скудное, ниоткуда не было ни приносу, ни привозу. И такая скудная жизнь, конечно, показалась Стефану весьма плохой. И он уходит с Маковца в Московский Богоявленский монастырь, который находится на Китай-городе по соседству с Кремлем. Варфоломей остался один, пережил он и все тяготы вот этого лесного жития, и бесовские страхования, явившиеся бесы, стремились согнать подвижника с места. Причем, интересно, бесы являлись ему в виде иноземцев, людей в литовских шапках. Долгое время Варфоломей живет в полном одиночестве. С людьми встречается только для того, чтобы исповедаться и причаститься. Задают вопрос, ну, а, собственно говоря, о чем же он питался? Ну, во-первых, место было глухое, но не совсем, потому что все-таки неподалеку проходила дорога, ведущая на север. Какие-то люди ходили, монахи вешали такой берестяной туесок, и желающие могли туда чего-нибудь положить. Ну, как правило, это сухарь. Самый известный по иконам и житью эпизод отшельнической жизни Варфоломея рассказывает о том, как он приручил медведя. Жил он, когда в одиночестве, вокруг ходили стаи волков, и приходил медведь. Причем медведь требовал свою долю, там идиллических отношений не было. Медведь недовольно рычал, если у преподобного не было хлеба. А питался он сухим хлебом, размачивал, ну, сухарями. Вот. И тот, тем не менее, приходил какое-то время, но не трогал. Брал свою дань и уходил. Варфоломею нет еще и 30 лет, когда он принимает монашеский постриг. И с ним новое имя – Сергий. Очень скоро слух о молодом подвижнике, который спасается в Радонежских лесах, распространяется по окрестным монастырям, и рядом с ним начинают селиться братья, ищущие пустынного жительства. А когда собралась братья, ну что их объединяло? Конечно, уважение и авторитет первоначальника этого места, хотя он был человеком очень молодым.
желание подражать ему, подвязаться рядом, ну и ощутить вот это братство. С 1345 года обитель на Маковце называется Троице-Сергиевым монастырем. А молва о ее основателе разносится все дальше по Северной Руси. Современники будут почитать его как живого святого – Сергия Маковецкого. Сейчас мы с вами пройдем прежде всего в Троицкий собор, поклониться хозяину места сего, игумену земли русской, ее печальнику, преподобному Сергию. Игумен земли русской, как сегодня называют Сергия, сам очень долго отказывается даже от сана игумена своего монастыря. Он хочет не повелевать, а слушаться, не властвовать, а смиряться. Когда его брат Стефан, вернувшийся в монастырь из Москвы, попытается оспорить главенство Сергия в обители, преподобный в тот же день уйдет в леса, никому не сказав ни слова. В Киржаче, в 50 километрах отсюда, Сергий положит основание еще одной обители и вернется на Маковец лишь спустя 4 года. Всего преподобный Сергий проживет здесь, в Троицком монастыре, около 50 лет, превратив его в один из самых благодатных уголков русской земли. Господь настолько милостив к месту всему, что никто не уезжает опечаленный. Поэтому я надеюсь, что вы все утешены, славы. И утешение у нас впереди, как по-монашески обед. В обители Сергий всегда сам делает всю черную работу. Строит кельи, копает огород. Трудиться монахам приходится действительно много. Просить подаяния запрещает устав. В голодные годы в монастыре не хватает даже хлеба. Однажды он узнал, что один из братьев, достаточно имущий и богатый, заказал к своей келье изготовить сели у местного плотника. Но плотник не пришел. И тогда за эту работу взялся Сергий. Он сделал сени, ему построил, и в награду за это получил корзинку с крыльев. Ну, это древнерусское слово означает сухари. Причем они подгнившие такие были. Как ни странно, житейный рассказ о настоятеле, работающем по найму у монаха, вполне правдоподобен. Все дело в том, что в это время в русских монастырях практикуется особножительство. То есть каждый инок живет на особицу. Кто-то беднее, кто-то богаче. Общие – только монастырские стены и службы. Каждый жил сам за себя, и монахи сходились только раз в неделю или на великие праздники вот, на церковную службу. Сергий проводит в своей обители самую настоящую монастырскую реформу – коллективизацию и устанавливает новый порядок – общежитие. На самом деле это возвращение к самым древним традициям монашества – времен апостолов и первых христиан. И в этом, собственно, смысл его монашеской реформы, так называемой. Возвращение к тем идеалам монашества, которые были выработаны еще создателями христианского монашества. А кто это создатель? Это Василий Великий, это Иоанн Златоуст, это Григорий Богослов, ну и целый ряд других знаменитых подвижников первых веков христианства. Монахи стали не 12, 15, 20 отдельных личностей, спасающихся каждый сам по себе, да, и объединенных только общим хождением в церковь. А 12, 15, 20 спасающихся вместе и объединенных не только церковной службой, но и общими послушаниями, общей жизнью, общими бедами, общей радостью. У них все стало вместе. В основе нового устава Троицкого монастыря лежат три принципа – равенство, послушание и четкое распределение обязанностей. Монахи отказываются от всякого имущества, ведут общее хозяйство и назначаются настоятелем на разные должности – келарь, повар, уставщик, будильник. Устав, да, вот принятый в монастыре, обычай жизни не предусматривал наличие, ну, ничего в кельях у монаха, там, не дай бог, ничего съестного, да, это уж совершенно было запрещено, но ну, иконы и книги. Вот иконы и книги, все, что можно было иметь. Преподобный Сергий очень строго следил, чтобы все вот эти правила, весь этот очень хрупкий на самом деле монастырский внутренний мир не нарушались ничем. Разумеется, нововведения Сергия не находят единодушной поддержки братьев. Многие иноки даже покидают монастырь. Братья роптали, не все хотели. Всем казалось достаточным тех тягот, оставления семьи, пребывания в трудах, потому что все время требуется работать в молитвах, в скудости.
задумке Сергия его монастырь должен показать мирянам достижимость и действенность христианских идеалов. И в первую очередь любви и единомыслия. Вот эта вот худостность не мешает всем быть приветливыми друг к другу, к приходящим. Не мешает, а напротив сплачивает людей в труде, в молитве. Все трудятся, молятся, все приветливы, и мир уходил из этой скудости Сергиевой обители ободренным. Ободренным еще и потому, что видел воочию, что тот идеал, который нам кажется абсолютно недостижим, идеал, начерченный в Евангелии, что его можно воплощать в собственной жизни, что надо к этому стремиться, и что есть люди, которые на этом пути прошли очень и очень далеко. Народ всегда хочет видеть святого. Церковные иерархи с древних времен занимались миротворчеством, пытались остановить междоусобные войны и конфликты. Преподобный Сергий становится самым успешным переговорщиком своей эпохи, незаменимым посредником между враждующими князьями. Ради жертвенной любви к людям он довольно часто покидает монастырь и идет с миротворческим визитом то в Ростов, то в Нижний Новгород, то в Тверь, то в Рязань. Причем идет пешком, ведь монаху, как тогда считалось, не пристало ездить верхом. И Сергий никогда не позволяет себе такой роскоши. И поскольку авторитет его был очень велик, поскольку его считали действительно святым уже при жизни, то, конечно, его воздействие на князей было очень сильным. Попросту говоря, боялись, понимаете, вот он не даст благословения, и все, если такой человек не благословит тебя, или, не дай Бог, тебе еще анафему скажет, то это все, конец. Потому что за ним Бог, за ним ангел, ангел служит с ним в храме и так далее. То есть верили в то, что он настоящий чудотворец. По свидетельству современников, Сергий тихими и кроткими словами переубеждает самых жестких и бескомпромиссных властителей своей эпохи. Он уговаривает подчиниться великому московскому князю Дмитрию и ростовского, и нижегородского, и даже рязанского князя Олега, которого называют самым гордым и непокорным врагом Москвы. Олег Иванович подло поступил, указав Броды, где удобнее пройти, так там еще. В ответ Дмитрий Иванович разорил Рязань, а Олег Иванович, любимый город Дмитрия Донского, Коломну, и конца и края этому бы не было, если бы не преподобный Сергий, который кроткими словесами вот как-то усмирил этого настоящего тигра, леопарда. Именно в это время московский князь превращается в национального лидера. К 1380 году, к моменту Куликовской битвы, почти все русские князья признают главенство Москвы. Но присылать свои войска на помощь великому князю Дмитрию не спешат. Когда начиналось объединение после 375 года, все говорили, что да-да, надо вместе против татар, против Орды. А когда уже дошло до дела, и когда узнали, что из степи идет огромная вот эта вот Орда Мамая, вот тогда вдруг все начали отказываться. То есть сильнейшие русские князья ушли в сторону. И Дмитрий увидел, что в сущности ему не на кого рассчитывать. Единственный шанс дать отпор нашествию Мамая – созвать народное ополчение, крестьян и ремесленников, которые обычно на войну не ходили. Они не умели воевать, они были небывальцы, как летопись говорит. И они поднимались только в каких-то экстремальных ситуациях, когда речь шла уже не просто о войне, а о священной войне, войне за веру. И вот предать этой кампании против Мамая ореол войны за веру мог только какой-то очень уважаемый церковный человек, которому все верили. И вот в то время таким человеком был только Сергий Радонежский. Все остальные иерархии имели подмоченную репутацию, скажем так. Именно поэтому великий князь Дмитрий перед выступлением из Москвы приезжает в Троицкий монастырь и спросить благословения игумена Сергия. Когда Дмитрий приехал 16 августа в Троиц-Сергиев монастырь, то преподобный Сергий не просто дал ему благословение, он сказал ему на ухо: «Ты останешься жив, многие погибнут, но ты останешься жив». И это, конечно, человека укрепило, что он будет жив. Как наглядное воплощение своего благословения, Сергий посылает на битву двух монахов боярского рода – Пересвета и Ослябю, нарушая все церковные каноны, по которым инокам запрещается брать в руки оружие. И сказал им: «Оденьте схимы, то есть монашеские облачения, и езжайте с Дмитрием». И они поехали с Дмитрием. И после этого они все время находились рядом с князем. И уже никому ничего не надо было доказывать, потому что все понимали, что монахи могут выйти из монастыря только по благословению игумена. Раз они вышли и едут рядом с князем, значит, преподобный Сергий благословил этот поход. Значит, это священная война.
значит, нужно все бросать, хватать у кого что было, у кого топор, у кого рогатина, и идти туда. И если кто погибнет на священной войне, то он получает венец мученика, он попадет в рай. А если кто останется жив, то это на всю жизнь подвиг духовный, за который Бог много грехов может простить. Не убийство врагов благословлял Сергий, а он благословлял твердость и отсутствие страха перед теми, кого боялись уже больше столетия. Чески говорит, что этот страх мог бы превратиться в черту национальную. Народ бы стал робким. И далее он говорит и пишет о том, что свойством действительно великого народа является не то, что он никогда не падает, да, на своем историческом пути, а то, что он поднимается с колен. И встать с колен помогает ему одна или несколько личностей, которые вот он вырастил. Вместе с подъемом народного духа происходят и долгожданные перемены в жизни русского монашества. Так называемое Куликовское поколение оставит после себя 150 новых монастырей. В 5 раз больше, чем предыдущие. Целая сеть обителей будет основана учениками преподобного и организована по его ноу-хау, по уставу общинножития. Спасо-Андронников монастырь в Москве, Старогалутвин под Коломной, Богоявленский в Костроме, Савино-Сторожевский в Звенигороде, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри под Вологдой. Всего больше 40 новых обителей. И значительное учеников монастырь покинуло с благословения своего наставника Авва Сергия. И благодаря их деятельности вся Московская Русь покрылась сетью монастырей. Главное, что, наверное, сделал Сергий, он дал русскому народу уверенность в себе. Он показал, что даже вот в это тяжелое время человек может жить по евангельской вере. До середины 14 века почти все монастыри на Руси строились в городах. Теперь же, в эпоху Сергия, обители чаще появляются в лесной глуши, вдали от поселений. Преодолевая внешние трудности, монахи совершенствуются в жизни внутренней, духовной. К тому же лесные монастыри становятся опорными пунктами для переселенцев-мирян, служа им и судной кассой, и приходской церковью, и богадельней. Так монахи вместе с крестьянами постепенно осваивают все новые и новые земли Северной Руси. Современные историки светские называют монастырской колонизацией. Сначала в чащу идет монах, затем приходит поселянин, который ищет свободных земель, который вступает в какие-то вот определенные отношения с монастырем, получая часто на первых порах помощь от обители. И так возникает новый русский мир. Новый русский мир среди лесов и болот. Еще при жизни преподобный Сергий прославится сразу в 3 ипостасях. Настоятеля Маковецкой обители, создателя новых монастырей и проповедника, идущего в мир с призывом к любви и единомыслию. Московский митрополит Алексей перед смертью уговаривает Сергия быть его преемником. Но игумен Троицкого монастыря решительно отказывается. Ведь настоящий путь подвижника – это путь простоты и смирения. Ведь он ничего не написал, ничего не оставил. Мы не знаем, какой он был. Но вот этот образ его сохраняется как образ человека, который учил примером. 50 лет подвязался преподобный Сергий в Троицком монастыре. Принимал паломников, воспитывал монахов, давал советы князьям, молился о спасении людей и долгоденствии Отечества. По словам Христа о том, что Царство Божие подобно закваске, влияние преподобного затронуло все русское общество той эпохи. А сам Сергий Радонежский в нашей истории так и остался самой яркой фигурой угодника Божия, любимым русским святым. Обитель преподобного, Троица Сергиева Лавра, и сегодня переполнена паломниками со всех концов страны и туристами со всех континентов. Все это, его большая келья, это и Лавра, это и Академия, это люди, которые с Лаврой связаны, которые выполняют какие-то здесь работы, послушания, может быть, это художники. Но сейчас вообще это самый широкий круг людей. Это врачи, которые, да, здесь ведут прием больных. Вот все это большая Лавра преподобного Сергия. Конечно, семинаристы, будущие священники. Вот каждое утро начинается
походом к мощам преподобному. Взять благословение у Сергия Радонежского. Наверное, именно для этого и стоило отправиться в паломничество в его монастырь Святой Троицы. А еще для того, чтобы лучше понять тот путь подвижника, который прошел инок Сергий, и чтобы прикоснуться к той святости, которую он стяжал и которая даже спустя 700 лет озаряет эту землю.